Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это очередная нарезка со стрима, на котором мы квалифицировались в Weekend League. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал «Ренти», ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения летсплея на YouTube, буду рад всех там увидеть. Сейчас на вашем экране вы видите паки, которые мне выпадали, игроки, вот волкаут был Кулибали из пака с предпосмотром за 7500 награды за Division Rival 6 и 7 дивизион, ну и состав сейчас мой вы увидите на своих экранах. Ну-ка и в дальний. 1-0. Ромелу Лукаку. Так, спокойно. Сейчас на пустые. Понятно. Не могу просто даже сейчас мяч придержать. Все куда-то бегу вперед. Ну сейчас из-за этой ошибки. Понятно. Ой, ну это все. Ну то, что донатил, вот такие вот донатики, что-то помню. Но в любом случае давно было. Правой ногой, неплохо. Но это все равно. Ладно, ну понятно, что на эту мы и победу и не наигрывали. Поэтому результат закономерен. Так что буду просто надеяться. А, он в свои ворота, пожалуйста. Спасибо ему. Ну помнишь, каждый из Риз донил тебя и зарабатывал. Замечательно, спасибо большое. Сейчас мне надо ему написать. Ой-ой-ой, ну это все. Что-то я поплыл. Надо сейчас пенку отбивать. Еще и Диаса посадил на желтую. Ну давай. Бьет вправо. Есть. Ну он смотрел вправо, я и рискнул влево прыгнуть. Ну нет! Это так тупо сейчас вообще, а. Опа, разрыв соединением. Я надеюсь, это у него. Мне просто не засчитали этот матч. Он вообще что-то никакие перестановки не делал. У него Бензема все так же на опорке играет. Да как? Ну это прям вот... Отлично! Доигрался. И Фермина забил после того, как я сказал, может вместо Фермина Вернера купить. Хорош! Мощно. Я промолчу, я ничего не буду говорить. Пока получается, надо. Надо забивать еще. Ой. Хорош, ну... Тупо так, хоть бы в другую сторону отбил. Но еще ничего не ясно. У него тоже что-то идет. Все. 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 Забивай. Он сейчас что, это рейдж квит? Он выйдет или он замены будет делать? И это гол. Это реально прошло, и все, он выходит. Пожалуйста, выйди. Просто выйди. Есть. Ой-ой-ой, нормальненько так вылетал. Чисто причем. И в бли... Давай. 1-0. Ну, давай дубль. Хорош. Давай 3-0. И рейдж квит. Пожалуйста, выйди. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, что, 4-0? Нет, а теперь 4. 4-0. Все, ну он разрыв, пожалуйста, разрыв. Все летит на меня, все отскоки. Очередной, кстати, разрыв. Ладно, ему все равно спасибо за победу, за его. Вот, отлично. Все, есть с предпросмотром, давайте заценим. Сейчас Криштиану Роналдо и расходимся. Это волкаут, кстати. А, нет? Ну ладно, рейд. А где он? А, волкаут, да. Но... Вот я сейчас посмотрю, сколько он стоит. Я по салютикам понял, что другим. Он мне в команду бы нормально зашел. У меня там есть Хаверц. Сравни, что цены. В принципе, давайте выкупим этот пак. Продадим Тьягу. Мы там в небольшом плюсе будем. А, он сам, что ли? А, где вратарь? А, он сам выйдет, да? Пожалуйста. Очередной соперник, которому мы пишем спасибо. Так, два матча остается. Ну ладно. В дальний. И по пустым. Молодец. Ну супер. Вообще все у него сейчас прошло. Два удара, два гола.
5. Ну что сейчас было? О, я еще и вратаря ему выпустил. Вообще замечательно. Не, ну это все уже. Уже без шансов. Ну все, значит, прям у нас голливудская развязка будет. В последней игре все и решится. Так, ну последний матч. Так, купить надо было. Купить. Да, покупаем. На продажу. Там вон Шальке, кстати, форма красивая. Так, ну пробуем заново. Давайте, еще один волкау. Ух ты, ё-моё, какая-то цветастая карточка. Нахрен только мне она не нужна, потому что Бешикташ там, мне кажется, даже из группы не выйдет. Поэтому до свидания. Сколько ты стоишь? Блин, ну выкупать придется. 8400. Так, купить набор. То есть вот такие вот тоже трейды у меня произошли. Так, вот этого туда сразу. Ну и третий пак за 7500. Давайте еще один хороший игрок. Волкавит. Нет, это вот, кстати, нерарный. Вообще, до свидания. Левый защитник, нерарный испанец. Морено. Вон Бернат. Как это убрать? Кстати, как суперсаба бы его бы использовали, все бы нормально. А, мне нельзя, прикиньте, за 10-250 его выставить. Ну, небольшой минус. Сидит. Первый раз вообще так разыграл штрафной. Я хочу сейчас уже просто на вынос играть. Не получится. Не получится. Все, уже минимально опять. О-о-о. Не завезла игра. Ему вот тоже завезла. Поэтому... Где-то я, наверное, что-то не додержал. Пенальти. Ой, ну это все понятно. До свидания. Именно сейчас я пропущу от него. Ё-моё, повезло. Ну он туда же, кстати, бил. Три подряд мне туда пенальти сегодня били. Ну, шикарно все. Ну что ты теперь... Вот не дай бог, он сейчас еще время начнет тянуть. Ну все. Сказки у нас не будет. Речквитов. Ну как бы, иди. Мяч бы забрал. Шанс, может, что-то есть. Но он сейчас начнет, скотина падла, время тянуть. Он уже начинает. Гнилье. Ой, гнилье, вы посмотрите, а. Вот пошел. А, без Weekend League мы на этой неделе. Ну, в принципе, как и на прошлой. Вот. Третье место в плей-оффе с первой попытки. Два пака нормальных. Набор золотых игроков, золотые премии. Причем продаваемые. 12 золотых, один редкий. Здесь три редких. Давайте просто вот этот. Без волкаута здесь, конечно, сейчас же будет. Да, это не волкаут. Аргентина. Ага. Ло Чельсо. Шлак. Он ничего же вообще не стоит. 12 золотых, три редких. Поехали. Это не волкаут или что? Азар? Азар, но это 85. Он продаваемый. Это, типа, игрок 83+, походу. Вот. Все, есть у нас Абумьянг. Наконец-то. Так что, ну, так вот закончился сегодняшний наш ролик. Чудо не произошло, к сожалению. Поэтому, ребят, всем спасибо большое, кто был на стриме, кто смотрел этот видеоролик, вот, по третьему выпуску без доната. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь, до новых встреч, друзья, всем до свидания.